12 января 2014 год, Харьков, спуск Веснина. Надземное метро. Это у нас Салтовская картина. Храм Матроны Московской строится. Как не достраиваться. Красота. Рабашова. Вот, я так понял, 24-этажка. Старая, а за ней, по-моему, выглядывает и новая. Да. Дисплея не вижу. Да, по-моему, новая. Как раз на линии. Северная Салтовка. Конечно, видимость сегодня не идеальная. Это еще один храм Георгия Победоносца, тоже строится, никак не достроится. Будем ждать солнечная погода и штатива.